собрался я вот протестить коптер. Выяснил один косяк, у меня раньше здесь стояла антенна стоковая от, ну да, длинная, что идут, с Кадикс. И там 7 или 8 сантиметров. И я когда на гору поднимался, у меня сигнал пару раз отваливался. Батарея все-таки GoPro закрывает. Поэтому я купил вот эту от True RC антенну 15-сантиметровую. Она очень большая. Холодно, дует ветер. Но ничего, искусство требует жертв. А мы жертвуем иногда часто. Коптером я очень доволен. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюсы, как и задумывалось, менять угол камеры очень удобно. Прям когда спускаешься, можно угол уменьшить или поднять. Ну, прям то, что хотел. Минус у него где-то на минуты полторы меньше автономность по сравнению с тем же Brother Hobby. Но дури у него, я вам скажу, зачетно так дури, он давит. Это я еще убедился, когда 2 недели назад я приезжал, когда ветер сильный-сильный дул. Я думал, лететь, не лететь, думаю, дай полечу. Меня сносило самого туда-сюда, но коптер задавил, смог. Ну, сейчас я здесь пролетал уже пару раз. Давайте я по поводу антенн новичкам расскажу. Если вы хотите прям вот точно узнать по антеннам, я вам советую почитать. Если в двух словах разобраться, вот антенна вот эти все направленные, они работают в форме бублика. Представьте, что вокруг бублик нет. То есть у нее есть мертвая зона, это в середине. То есть ей надо учитывать, когда мы летаем над собой высоко. Антенну надо всегда вот так ставить, вот так, чтобы бублик у нас... Вот представьте, что здесь бублик будет, чтобы бублик доставал до земли. Если мы ставим антенну вот так, и высоко мы будем над собой летать, именно над собой, то у нас сигнал может пропадать. Я не раз уже убеждался, особенно на крыльях, это когда далеко не летаешь. Там постоянно начинающий задает вопрос, почему я летаю на 5-6 километров нормально, а вот... И рядом у меня сигнал отваливается. Вот и по этому мотиву, потому что в центре, скажем так, если мы близко летаем, там 100-200 метров, 300, то не так критично. А если мы поднимаемся где-то на километр, на полтора над собой, сигнал может пропадать. И еще, что по поводу антенны. Вот представьте, антенна, часто задают вопрос, какую антенну там скидывают. Вот я нашел на Алиэкспресс антенну там, 11 дБ всенаправленные. Бегите нафиг от этих продавцов всенаправленных 11 дБ. Если она бывает, то, наверное, какая-нибудь там странная форма, явно заточена не по FPV. В двух словах, антенна, идеальная антенна, это 0 дБ. Это вот, который излучает чистый шар вокруг себя. Но у него дальность такая маленькая.
и было выбрано как такой, скажем, середнячок 2 дБ усиления. То есть у нас остается внутри антенны излучение, мертвая зона немного. Но вот это когда графики смотрите, вы, когда продаются антенны, там график нарисован. Вот именно он в форме бублика или шара нарисован. То есть он вот так идет излучение. То есть всенаправленная антенна, если так в двух словах представить, это вот солнце, да? То есть на любом расстоянии вокруг солнца у нас свет всегда одинаковой силы. Также и всенаправленная антенна работает. Если мы хотим усилить эту антенну, там, скажем, 7, 8, 12 дБ, то есть она уже становится направленной. То есть рефлектор сзади, мы поставляем рефлектор сзади, то есть забираем силу заднего света и направляем в другую сторону. Так они и работают. То есть если у нас антенна указана там 7-12 дБ, то она, скорее всего, будет направлена. Не скорее всего, она будет направлена. Вот такие антенны, как правило, они на пару дБ, 2-3 дБ. Но это не суть. Если вы хотите качественного приема, то вам нужны хорошие принимающие антенны. Сейчас спрашивают, можно ли поставить патч. Да бывает такой вопрос. Патч на передающую антенну, то есть на летательный аппарат. Можно, почему нельзя? Какая разница? Антенны работают и на передачу, и на прием. Единственное, у нее угол ограничен очень сильно у патча, поэтому мы головой вертим, когда летаем. Существует такое понятие, как диаграмма направленности. Производитель всегда, вот серьезный производитель, всегда у нее есть график диаграммы направленности. Просто поймите, где там оси находятся и как читать эту диаграмму. Там не тяжело, там указано X, Y там по осям, как находится и как эта антенна работает. То есть какие стороны она излучает. Смотреть на коэффициент стоячей волны, скажем, ну, как сказать, я никогда в продаже не видел, чтобы нам указывали коэффициент стоячей волны, там, хоть китайцы, хоть кто, больше двух. Это уже вообще убитая антенна. Поэтому антенну лучше покупать всегда у проверенных продавцов. Конечно, лучше вообще на заказ сделать, но на заказ это дорого. Вот это все, что по антеннам. Там ничего такого сложного нет. Особенно, когда начинают изобретать там горячий конец, холодный конец, там к земле должен смотреть. Но это вообще до того меня поражает, что иногда даже говорить об этом не хочу. Поэтому лучше почитайте форумы, там радиолюбители. Один лист А4 прочесть, чтобы понять, как работают антенны. Что по качеству антенн, я всегда советую, вот это, скажем, ну не дешевая антенна, она около 15 баксов мне обошлась. Есть также фоксир хорошие, вот леденцы, они на длинных ножках, просто мне долго надо было ждать, там еще и налог был большой, поэтому я, а это в местном магазине было. Хорошие антенны, они стоят обычно, как правило, по 10-12 баксов, а вот все, что продается на Алиэкспресс по баксу, по 2, я бы на вашем месте даже не смотрел. Смотрите, это у меня цифра стоит, подойдет ли она на аналоговую систему, конечно, подойдет. Частота та же самая, антенна работает так же, как и передает, принимает, там в них большой разницы нету, так что дерзайте смело. Пойду я дальше место искать. Руки замерзли, перчатки одеваю. Пришел на новую локацию. Сейчас покажу, куда я хочу полететь. Ну что, парни, полетим туда? Вот туда я хочу полететь. На самый верх. Thank you.
что-то, не налетался, я замерз как цуслик. Доволен я геликоптером, очень доволен, ветра держит, летает бодро. Но, скажем так, парни, если вам про эффективность, то это не ваш выбор. Это на него можно поставить литий батареи и летать и по 25 минут, возможно, даже 30 минут. Коптер делался именно под мощные полеты, как я летаю в горах, чтобы с ветрами. Я сегодня опять еще раз убедился, прям ветер дул сильный. Походу я простыл. Ветер дул сильный. Коптер в легкую справился с ветром, справился со всей задачей, что ему приуготовили. Вся серия видео получается действительно как в Тарантино, все непонятно. Ролик по сборке я сделал, теперь надо пару спайки сделать, но это скорее всего будет следующий ролик. Тут выходные подкатили, поэтому надо было ехать. Коптером все-таки доволен, он себя хорошо показал, летает отлично, маневренно. Ну, я бы не сказал, что пятерка, но это, скажем так, очень-очень-очень бодрая семерка. И у меня тут возникает сюрприз. Мне подогнали моторы из Steamotor. И они, скорее, это я уже анонсом запущу. Я соберу коптер на бешеных моторах. То есть еще больше, чем эти. И посмотрим, что из этого выйдет. Давайте, парни, всем удачи, пока.